Блиск, твои проблемы меня не касаются. Доставишь ковчег, как сказано в контракте. Тебе перечислят деньги в АМС. Держи деньги наготове. Притащу тебе твой бесценный груз, бездельник хренов. Эй, Титан! Ты откроешься и дашь мне то, что я хочу! Голосовая команда не распознана. Дайте, я просто выдерну его оттуда. Нельзя рисковать. Ковчег нестабилен. Послушай, герой, у тебя есть кое-что мое, и я хочу это вернуть. Давай, скажи своему Титану, чтобы открылся. Бити, открой тот люк, когда этот тип сдохнет. Что, пытаешься геройствовать? У меня контракт на кругленькую сумму, дружок. Скажи Титану, если не откроется, буду стрелять тебе в голову. Пилот в опасности. Зрительная система ограничена. Невозможно установить визуальный контакт с пилотом. Поднимите его. Поднимите его. Теперь видишь? Тут он, тут, вот, да? Теперь видишь? Функции нарушены из-за тяжелого повреждения. Меня не колышет, что у тебя там нарушено. Я знаю, там, внутри, кое-что точно еще работает. Теперь открывайся, а не то я твоему пилоту башку больно. Считать, небось, еще не разучился? Считаю до трех. Раз. Два. Три. Да, нетрудно было, правда? Главная беда командной работы — если вместе не побеждаете, то вместе и умираете. Береги! Сложи его! Хорошая попытка. Спокойной ночи. Эй! У нас летят сюда ковчег! У нас мало времени! Если ты это читаешь, иди на мост в километре севернее от тебя. У нас...
нас только одна попытка переломить бой, и сейчас тебе валить. Лот движется к искажающему орудию. Бежать! Мы на подходе. Это не конец. Двигайся дальше. О, вокруг искажающего орудия слишком мощное. Не удается создать плацдарм, и у нас кончаются варианты. Корпус новый, а Титан тот же? Старая каска, тот же электронный мозг. BT-7274 к выходу готов. Пора завершить нашу миссию. Купер, я бросаю на МС все, что есть, но этого не хватит, чтобы вывести из строя искажающее орудие. Заберите в его комнату управление. Альфер Брейс, всем вывод. Нужна ближняя огневая поддержка для Купера и Бити. Прикройте их любой ценой. Вас понял. Выполняю. Купер, забирайте на пол, мы прикроем. Вперед!
Двигайся! Не сдавайся! Замечен вражеский титан. Иду в путь. Ядро активировано. Вижу! Открываю огонь на опасной дальности! Титан врага уничтожен. Стоктон пропал! Дайте мне оперативную сводку! Живо! Это капитан Ландекер с Раттледжа! Стоктон попал под залп! Снижается! Командир Брикс, это Гейтс, 6-4. Мы опоздали на праздник? Вы вовремя, Гейтс. Сколько горючего у вас осталось на Мальте? Еще много. Не волнуйся, Кук. Мы прикроем. Сил прицеливания работают. По нам стреляют. Веду огонь! Виноват. Твоя кривая стрельба с толку сбила. У меня проблема, нужно... Титан врага уничтожен. Цель захвачена, веду огонь! Веду огонь в опасной близости! Я рад, что ты подготовился. Не жалко. Веду огонь! Ядро активировано. Ядро-лазер. Титан врага уничтожен. Применяю ядро. Все вы ополченцы закончите с пулей в башке. Иначе погибнет планета Гармония. Внимание сотрудникам АМС. Это генерал Мардер. Наемники доставили ковчег. Приготовьте искажающее орудие. Активация систем питания искажающего орудия. Питание на маяки наведения. Задать место. Планета ополчения Гармония. Инициация систем нацеливания. Гармония. Координаты 264,588 заданы. Ты получил свои деньги, Близко. А теперь ступай. Теперь очередь моей армии. Вовремя зачесали. А, что, пытаешься геройствовать? Он твой. Забирай, что останется. От него едва ли что-то останется. А этим я займусь из атак. Купер, знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя? Кучу легких денег. Инжектор ковчега загружен. Выходим на этап 1. От ядра лазера не сбежишь, зараза. Давай, покончим с этим дрянь! Спокойной ночи, урод! Ядро лазера готово! Ах ты, зараза! Хочешь, чтобы я отрабатывала свои деньги, да?
Хорошая попытка, но со мной так просто не справиться. Процедура предпусковой подготовки искажающего орудия прошла этап 2. Координаты заданы. Система прикорд. Целевая сказать, планета. Гармония. Это куда увлекательнее, чем я ожидала. Взять его. Вижу цель, выбегает. Пожалеешь, что забрел сюда, ополченец. Ядро тебе. Давай, лама кусок. Ядро врага уничтожен. Хорошо, готова продолжить. Искажающее орудие переходит на этап 3. Вычисление искривляющей проекции. И, приятель, тебе конец. Садите уже пулю в башку этому недоумку. Пока, тварь мелкая. Хорошая попытка, но со мной так просто не справиться. Ядро лазера готово. Поздравляю, ты наконец нашел нужную кнопку. Что ты за заноза в заднице? Посмотрим, как ты справишься с этим. Искажающее орудие переходит на этап 4. Импульс кольца 97%. Можно было бы сделать все без... Но нет, так просто не смоешься. Я окажу тебе честь. Тебя ждет смерть героя. Внимание! Ожидаемая энергия обратной волны достигает летального порога. Всем сотрудникам немедленно покинуть зал. Разрушение электромеханических устройств, включая титанов, будет значительным. Неужели по этому уроду стреляю только я? Меня не убьет какое-то недоразумение вместо пилота. Черт возьми, умри уже. Титан врага уничтожен. Супер! Извлеки отсюда ковчег для запуска! Скорее! Режим пилотирования включен. Предпусковая подготовка искажающего орудия завершена. Выгружается ковчег. Купер, Ребл Джажера перекрутила мои ключевые внутренние системы. Попытка восстановления зрительной системы. Зрительная система восстановлена. Согласно моему единственный вариант. Внимание! Нарушен титан врага. Врага. Повезло тебе, герой. Убивать тебя не буду. За спасибо не работаю. Но и тебе меня убить не удастся. На, заслужил, да? Близко. Титан класса «Авангард» все еще здесь. Мне плевать, Мардер. Надо было это особо обговорить. Меня другие богатые клиенты ждут. Что ты делаешь? Вы что вообще делаете? Согласно моему анализу, единственный вариант здесь бросок. Я переброшу вас туда. Шу вас туда. Единственный вариант. Здесь бросок. Я, пожалуйста, люблю. Требуется ваша поддержка. Система автонавигации. Отведите меня в узел инжектора. Надо сделать это вместе. Сигнал. Лети, Купер.
Ядерные силы не успевают вовремя. Вам надо придумать, как уничтожить искажающее орудие изнутри. Другого выхода нет. Командир Брикс, у меня есть план. В открытом состоянии моя ядерная реактора сможет дестабилизировать ковчег. Центр искажаемого орудия. Что ты говоришь? Мы можем уронить его. Отправляю координаты в двух десантных округах. Координаты получены. Мы там будем, но не понимаю, как ты справишься. Доверись, я буду в расчёты. Да уж, надеюсь. Мы движемся. Удачи обоим. Брикс, готовь. Мы выберемся отсюда, Бити. Рассчитываю. Директива номер 3. Защищать пилота. Что ты делаешь? Доверьтесь мне. Бити! Опер, потеряем сигнал Бити. Ведь немного осталось. Отмечаю координаты у тебя на дисплее. Возможно, точка эвакуации будет в воздухе. В поверхности нам никак. Если уж я долечу через этот дерьмоворот, будь добр, сынок, не опаздывай. Пилот, вперед! Отслеживаю тебя, двигайся. Многие люди обязаны вам жизнью. Вам с Бити. Вам с Бити. Баркер, летим на гармонию. Домой. Будет сделано. Девятый флот. Это командование гармонии. Добро пожаловать домой. Разрушение тифона спасло планету Гармония. Для ополчения эта планета штаб. Но еще для миллионов людей это дом. Командир Брикс говорит, что меня примут в мародеры и снабдят новым титаном после очистки нейронных привязок к Бити. Не знаю, что при этом чувствуешь, когда тебе назначают нового титана. Мне старый нравится. Это был пилот Джек Купер. Отключаюсь.